Ребята, всем привет! По многочисленным просьбам записываю подробный гайд по игре Bee Harvest. Те, кто подписан давно на меня, уже знают, что это за игра. Мы участвовали в бета-тесте. Несколько дней назад стартовал бета-тест 2.0, уже со многими обновлениями. И сегодня как раз таки я расскажу вообще подробно, что это за проект, почему стоит в нем участвовать, да. Здесь можно рассчитывать на реальный заработок. Кстати, реальный заработок будет после официального релиза, это примерно через 2-3 недели, как обещают разработчики, где мы сразу же на старте релиза сможем зарабатывать токены, которые сможем продать и обменять на любую другую криптовалюту. И это не какая-то реклама, за которую мне заплатили, а именно тот проект, который очень-очень интересный и в дальнейшем будет приносить неплохой профит. Мы же все с вами помним такой проект, да, который очень навел много шуму, Pixel Tap или Pixel Verse, там называйте как угодно, где мы тоже рассчитывали на хороший airdrop, но по факту очень малое количество людей, которые здесь что-то, хоть какую-то копейку заработали. Лично я, друзья, сюда пригласил большое количество партнеров, и что по итогу я получил? Да ничего, друзья. Обычный аватар, который сейчас на данный момент ничего не стоит, я даже не собираюсь его просто клеймить. И по факту ни одного токена PixFi. Но, друзья, на самом деле это огромное разочарование. Вы как считаете, друзья, напишите в комментариях. Вы тоже, да, наверное, уже разочаровались в таких проектах, во всех этих тапалках, майнилках. Сейчас еще ждем, когда там нас наградит хомяк. Но уже люди поделились на два лагеря, что, скорее всего, ничего мы там не заработаем. Но другая половина все-таки рассчитывает на то, что мы что-то там заработаем. Так как сами разработчики там обещают мега крутой аирдроп, мега крутую раздачу, и все участники данного проекта получат вознаграждение. Ну, друзья, там более 300 миллионов участников, и как вот поделить, каждому раздать даже примерно по $100, это, друзья, ну посчитайте какие-то уже цифры. Это 3 миллиарда долларов нужно раздать, чтобы люди ощутили какую-то награду, так сказать. За потерянное время, ну примерно сколько, ну полгода где-то, да, мы в нем уже участвуем. Вот я еще выписал пару проектов, да, это BR. Сейчас он вообще даже не запускается, тоже там раздал даже, по-моему, по $1 не выходило. Что-то там клеймили, отправляли в стейкинг, там типа на заморозку там на несколько месяцев, типа чтобы получить в 2 там, или в 3 раза больше. Сейчас на данный момент он даже не запускается. Тоже, друзья, такое, да, разочарование. Ну, как бы я этот проект не так уж сильно и шилил, но все равно я пригласил туда большое количество людей, ну и по факту я ничего там тоже не заработал. Ну и никто там ничего не заработал. Ну и вот еще один проект, Chain Game, он вообще сейчас не запускается, полностью сбросился. Вот нажимаешь старт, он вообще не работает. Тут тоже была какая-то раздача, по-моему, даже там по 50 центов не выходило на человека. Ну, друзья, согласитесь, это очень смешно. Там было такое описание, что вот, мол, там в нас инвестировало там более 2,5 миллиона долларов, отдайте к нам, мы вам раздадим хороший аирдроп, главное там, да, приходите к нам, и мы вам все дадим. Ну, а по факту, друзья, мы ничего не получили. Ну и вот, друзья, давайте перейдем, наконец-таки, к нормальному проекту, который называется Bee Harvest, да, что это стратегическая игра, где мы сразу на релизе будем зарабатывать токены, которые уже будут торговаться, которые можно будет обменять на любую другую криптовалюту, что очень-очень радует. Ну, здесь игра многим зашла, но многие просто не понимают, что тут делать, потому что очень обширная такая механика, очень большой функционал, и многие не понимают, что нужно сделать. Вот как раз-таки, друзья, для этого я и веду свой канал. Гайды, инструкции, это все ко мне. Ну и давайте, друзья, уже приступим сразу же к гайду данного проекта, к данной игре. Ну так вот, друзья, я уже делал несколько постов по данному проекту, да, вот то, что стартовал бета-тест 2.0. За участие, кстати, которого мы получим NFT, если будем активными участниками данной игры. Что нам будут давать NFT, это тоже будут дополнительный множитель к заработку. То есть, кстати, вот такая вот информация. Если вы участвовали вместе со мной в первом бета-тесте, то каждый участник, который хоть раз потратил более 10 тысяч токенов ханей, получил плюс
5% к заработку. Ну так вот, друзья, для того, чтобы зарегистрироваться в данной игре, переходим по ссылке в описании. Вы попадете на данный пост. Здесь будет ссылочка, можете ее открывать. Также оставлю прямую ссылку сразу на игру, кто не хочет подписываться на мой телеграм-канал. Но, друзья, на самом деле рекомендую подписаться на мой канал. Если вам этот проект особенно зайдет, вас заинтересует такой проект, потому что все инструкции, все анонсы о проекте я буду публиковать у себя в телеграм-канале. За этот проект я буду топить, и постов будет на самом деле очень много, потому что это, ну, для меня это интересный проект. В общем, запускаем игру Bee Harvest. У нас открывается такой экран. У нас здесь на старте будет 2000 монеток Хани для того, чтобы уже начать играть с первых же секунд. Первым делом, друзья, что делаем? Переходим во вкладку Streak ежедневно. Это, друзья, на самом деле очень важно и очень выгодно каждый день заходить во вкладку Streak и забирать ежедневную награду. Вот, друзья, посмотрите, да, по истечению 10 дней у нас уже будет заработок в 2 раза больше. И это, друзья, будет на самом деле ощущаться особенно на релизе, да, друзья. Самое главное, не забывайте переходить во вкладку Streak и забирать ежедневную награду. Ну, с этим все понятно. Далее, конечно же, если вы переходите по моей ссылке, вы сразу же попадаете в наш сквад. Наш сквад Топ S. Здесь нас уже более 470 участников. Но это только начало, тут буквально 3-4 дня назад стартовала игра. Если, друзья, зарабатывать без сквада, вы будете зарабатывать намного меньше. Потому что, друзья, здесь есть общий множитель сквада, который прибавляется к каждому участнику данного сквада, данного нашего клана, друзья. Если вы активный участник, вы нацелены серьезно в данном проекте, прям конкретно серьезно зарабатывать, поэтому рекомендую подписаться именно на наш клан. Если вы просто так вступили, один раз в игру зашли и забыли про эту игру, то, друзья, ну, вот такие люди будут просто отсеиваться, потому что нам нужны именно активные участники. Это очень важно понимать, потому что мы нацелены серьезно зарабатывать здесь реальные мани. Думаю, друзья, с этим тоже все понятно. По возможности нам нужно улучшать наш сквад, друзья, всеми нашими общими усилиями нужно улучшать наш сквад. Улучшать сквад мы можем только за токены АМБР. Как раз таки эти токены и будут торговаться на релизе, который мы сможем обменивать на другую криптовалюту. Но, друзья, как, наверное, многие заметили, что как бы заработок идет только в монетах Хани. Как же нам заработать токены АМБР? На самом деле все легко и просто. Переходим во вкладку Pool. Мы накопили какое-то количество монеток Хани и просто добавляем эти монетки. 50, там 80, 100% всех своих монеток добавляем в пул. Тут уже высчитывается общий вклад в пул всеми участниками данной игры. И какую-то часть из этого мы получаем уже в токенах АМБР. Чем больше мы закинем монеток Хани, тем больше получим токенов АМБР. Ну это так, друзья, вкратце, чтобы было понимание. Чуть позже расскажу про стратегию, как лучше и сколько монеток закидывать в пул. И, друзья, тут такой тоже важный момент. На начальном этапе, когда вы только зарегистрировались в данном проекте, да, вступили в наш сквад, нам нужно всеобщими усилиями прокачать наш сквад как можно больше. От этого зависит множитель, друзья, нашего сквада. Как я уже говорил ранее, да, этот множитель дается всем участникам нашего сквада. После того, да, как закинули в пул монетки Хани, получили на следующий день токены Амбер, мы переходим во вкладку нашего сквада. Дальше спускаемся чуть ниже и нажимаем кнопку «Улучшить». И здесь, друзья, на начальном этапе как раз-таки рекомендую тратить все заработанные монетки Амбер на улучшение сквада, чтобы в дальнейшем мы все вместе дружненько зарабатывали еще больше. Ну а после того, как уже прошло какое-то время, там дня 3-4, уже прокачали хорошую добычу себе, да? Получившие токены Амбер мы можем потратить на прокачку именно своего VIP-левел. Это тоже дополнительный множитель, как раз таки это личный дополнительный множитель. Просто нажимаем кнопку «Улучшить VIP-левел». Вот у меня сейчас первого уровня. Первого уровня стоит 12 тысяч токенов Амбер. Второй уровень, друзья, уже видите, да? 14 тысяч.
И тут у нас множитель сразу прибавляется на 0,1, ну, то есть на 1/10. И это, в принципе, друзья, очень даже неплохо. Но на начальном этапе все-таки рекомендую прокачивать именно множитель нашего сквада. Чтобы сразу увеличить заработок, следующим действием переходим во вкладку задания. Друзья, рекомендую выполнять все задания. Вот, друзья, посмотрите. Даже я вон сколько заданий все выполнил, чтобы увеличить свой множитель. На старте, получается, вы можете сразу увеличить множитель до 2,2. Представьте только, друзья, заработок насколько больше. Потому что, судя по опыту, да, во многих майнингах, тапалках, большинство людей просто не выполняют эти задания, потому что, ну, неинтересно, надоело уже подписываться на все эти каналы, какие-то боты и чаты, и получать непонятно что. Здесь же мы получаем уже множитель, который нам позволит зарабатывать еще больше монеток Хани. И, соответственно, токенов Амбер. С этим тоже, друзья, все понятно, я думаю. Все, после того, как выполнили вот эти простые действия, зашли в стрик, ежедневно забрали награду, вступили в наш клан, выполнили все задания, дальше переходим во вкладку Boost. Вот здесь уже, друзья, начинается самое интересное. Что здесь качать, друзья? Посмотрите, да? Здесь количество пчел, количество ульев, качество ульев. И что же качать первостепенно? Да, многие не понимают, просто нажимают улучшить, улучшить, улучшить. Но на самом деле не все так просто. Здесь даже есть несколько стратегий. Я вам вкратце расскажу про каждую. Естественно, на старте, когда нам дали всего лишь 2000 монеток Хани, у нас ничто не остается, как качать количество пчел. По максимуму качаем. Друзья, моя рекомендация прокачать количество пчел как минимум до 80 уровня. То есть, даже если вы накопили 10 тысяч монеток, то есть на качество пчел, тут, чтобы получить первый уровень, нужно всего лишь 10 тысяч монеток. Даже если вы накопили эти 10 тысяч монеток и хотите купить сразу качество пчел, все равно рекомендую прокачать до 80-го, до 90-го уровня количество пчел. Дальше, друзья, какая схема идет? Потом уже заработок, естественно, будет больше. И тут вот как раз-таки пока что две стратегии, которые я знаю. Вот моя стратегия, до которой я сам додумался, да? И вторая стратегия, о которых мне рассказали. Ну, друзья, давайте я расскажу о той стратегии, которую догадался как бы я сам. Здесь, друзья, посмотрите, вот на сам множитель, здесь увеличение на 0,02 множитель, да? А в качестве пчел тут множитель уже увеличивается на 0,06. То есть как бы выгоднее качать качество пчел, да, чем количество. Но, друзья, когда вы только зайдете в игру, у вас здесь будет количество пчел, будет стоимость что-то там, по-моему, 200 монеток Хани, чтобы прокачать следующий уровень, а качество пчел будет минимум 10 тысяч. То есть, чтобы прокачать количество пчел на такой же множитель 0,06 именно в количестве пчел, нам нужно потратить там около 600-700 монеток. А здесь нам придется потратить 10 тысяч. И поэтому я рекомендую улучшать именно количество пчел до тех пор, пока не будет стоимость от 3-3,5 тысяч монеток. Ну, то есть у вас качество пчел нулевой уровень, стоит, чтобы прокачать первый уровень, стоит 10 тысяч монеток. А количество пчел стоит 3,5 тысячи монеток. То есть 3 раза мы покупаем там 3 там, тысячи, 3200, 3,5 тысячи, да, примерно получается 10 тысяч. То есть уже как бы получается такой равнозначный баланс. То есть, что у нас получается, мы тратим в количестве пчел, такую же сумму мы тратим и в качестве пчел. И когда вот вы уже дойдете до такой середины, то тут уже как раз таки действует следующая стратегия. Просто мы качаем один раз качество пчел, два раза количество пчел. И вот такой схемы придержимся, пока у нас там не будет уже хороший заработок монеток в секунду, где мы уже там сможем буквально там за несколько часов набрать себе 1 миллион монеток Хани, да, и уже в дело вступит уже именно количество ульев. И просто, друзья, вот просто тут, ну, как бы, тут может догадаться уже каждый, да, просто смотрим на множитель
и смотрим на стоимость и что выгоднее качать первостепенно. Думаю, друзья, наверное, с этим уже более-менее как-то понятно. Если нет, то, друзья, не стесняйтесь, пишите в мой чат, задавайте вопросы, будем обсуждать и буду помогать каждому, друзья, потому что я настроен серьезно на данный проект. Я думаю, если вы заинтересовались данным проектом, вы тоже будете настроены серьезно. И тут главное общими усилиями придерживаться каких-то стратегий, и чтобы и как бы зарабатывать на этом еще больше. Ну вот, друзья, давайте я сейчас потрачу свои заработанные монетки. Сейчас мне получается выгоднее тратить именно на количество пчел. До той суммы, чтобы умножить на 3 раза, и получилось примерно 40 тысяч монеток. То есть это у нас получается где-то 12-13 тысяч. Да, вот когда будет стоимость 12-13 тысяч монеток хани, чтобы улучшить количество пчел, то это уже будет как раз-таки та середина. То есть покупаем уже качество пчел, один раз, два раза количество пчел. И чтобы вот это как-то было более-менее выгоднее. Давайте сейчас я прокачаю. Не знаю, хватит мне монеток, чтобы прокачать до 11-12 тысяч. Вот, друзья, теперь я нашел вот эту середину. Теперь дальше придерживаемся стратегии. Один раз качество пчел, два раза количество пчел. Все, у меня осталось на балансе 38 тысяч монеток. Я их, наверное, оставлю. И потом, как немножко подкоплю монеток, уже начну также придерживаться дальше данной стратегии. Ну, как вам, друзья, вообще, вы что-то поняли из этой стратегии или нет? Напишите в комментариях. Ну, или, конечно же, пишите в чат, будем все вместе разбираться. Ну вот, друзья, здесь, кстати, есть партнерская программа, целых 3 линии. Если есть кого приглашать, друзья, обязательно приглашайте. От этого будет зависеть еще больше заработок ваш. Если у вас есть свои каналы, то вообще прям хорошо. Теперь давайте, друзья, разберем, когда вообще лучше закидывать в пул монетки Хани, чтобы зарабатывать токены Амбер. Давайте перейдем в вкладочку пул. Друзья, здесь есть вот такой вот таймер, текущая фаза. Какая на самом деле схема, особенно на начальном этапе, если вы только что, вот прям только что перешли по ссылке и зарегистрировались. Моя рекомендация какая? Там раз в 20 минут, раз в полчаса, раз в час хотя бы как можно чаще заходить в игру и прокачивать буст количества пчел. Чем чаще это делать, тут уже будет работать именно сложный процент, тем быстрее вы именно увеличите свой множитель. И больше будете зарабатывать в дальнейшем. Все это мы делаем до тех пор, когда там, ну, например, настанется на таймере час, там, 2 часа. Оставляем у себя на счету хотя бы там 10-15 тысяч монеток. Это, кстати, тоже очень важно, я только сегодня об этом узнал. От этого там тоже есть такой внутренний рейтинг, топ-10 тысяч, у которых остался на баланс перед тем, как раздать вот этот пул. Они дополнительно получают монетки Амбер. Я еще это не проверял, друзья, но это факт. В общем, когда таймер заканчивается, а именно прокачку бустов, я думаю, завершить до тех пор, когда там останется примерно на таймере часа 3-4. И вот за эти 3-4 часа мы копим максимальное количество монеток. И после этого уже переходим пул и добавляем монетки Хани. Ну, давайте, друзья, будем делать 80%, как раз таки 20% у нас останутся на счету для дополнительного бонуса. Ну, надеюсь, друзья, было все понятно. Это только такая вводная информация, друзья, тут можете почитать, вот нажимать на восклицательные знаки, на вот эти справочки, вообще подробно сами ознакомиться. Если какие-то новости выходят в данном проекте, я публикую их у себя в телеграм-канале. Поэтому, друзья, рекомендую обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать вот такую вот важную информацию. Ну, просто только потому, что, друзья, это очень серьезный проект. В этот проект я верю. Держу связь с разработчиками. И что в потенциале, друзья, мы здесь можем зарабатывать очень неплохие деньги. В принципе, тут не нужно ждать какого-то там аирдропа по сравнению там с хомяками, там другими, Bloom, да, там Dogs, вот эти все проекты хайповые. Не нужно ждать там по несколько месяцев, по полгода, ожидать вот этого чуда нашего, да, аирдроп какой-то щедрый. А мы сразу на релизе будем зарабатывать реальные средства.
Вот это, друзья, мне нравится. Ну, а на этом у меня, в принципе, все. Это такая краткая вводная информация, мини-гайд, можно сказать, о данном проекте здесь, потому что можно рассказывать очень много, но из-за нехватки времени, друзья, сами понимаете, поэтому еще раз повторяю, рекомендую подписаться на мой Telegram, чтобы как раз-таки не упускать всю эту информацию, все анонсы, новости по этому проекту. Конечно же, подписывайтесь, друзья. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!